Вот пахнет морем. Вот здесь такая гавань. Вот стоят вот эти лодочки рыбаков. Они рано-рано утром уходят в море. Потом с уловом возвращаются. И вот здесь вот рестораны, кафе. Приезжают владельцы и покупают у них свежие морепродукты. Отзывается на кс-кс. Это, кажется, рапсовое поле. Такой небольшой участочек засажен желтыми цветами. Красота. Знаете, к своему удивлению, я здесь обнаружила вот такое кафе. Я сначала подумала, что это на русском языке написано. Оказывается, написано «Южном море». Это болгарский ресторанчик такой небольшой. Люди сидят, отдыхают. Сейчас я вам покажу с этой стороны. Посмотрите, какое здание. Небольшое, маленькое, низенькое. Вот видите, как выглядит. А вот машина как раз стоит. И вот чуть выше машины. Такие вот окошки. Побелено так. Обычно вот корейские дома, я не видела, чтобы были вот побелены вот это белым цветом. Вот Южное море. Окна, вот я стою буквально сантиметров, наверное, 40-50 от земли. И вот здесь... Но я никогда не была в Болгарии и никогда не пробовала болгарскую еду. Вот кто знает, посмотрите. Еще цены в левах болгарских указаны. Меню. Да, практически русский язык. Наверное, больше с украинским схож. Так, фонариками украшено. Снимаю. Видите, повара работают. Вот молодые люди фотографируются. Это вот, я так думаю, старые здания были. Старые-старые чьи-то дома. И вот они вот так переделывают под кафе, под маленькие ресторанчики. Вообще вот эта деревушка, она вот вся из таких старых домиков. А вот этот интересный дом я вам сейчас покажу поближе. Ой. Вот здесь на юге, на Коджидо, на Чеджудо, вот такие заборы из камня делают. Это вот еще с тех времен. И как они их, по-моему, они их вообще не скрепляют. Они просто, видите, как сложены. Как они не разваливаются, это интересно. Вот. Вот корейский дом. Традиционный, еще с такими решетчатыми дверями, окнами, а вот там уже стеклянные, да, вставленные стеклянные, какой-то подсобный домик. Шинает. А это уже посовременнее, добротный.
какая красота. Зайдя вовнутрь кафе, я сразу обратила внимание, посмотрите, какая люстра, такая нетипичная для корейских ресторанов. Вентилятор здесь, а вторая вот немножко поменьше. Как-то так несимметрично они сделали. Такие вот потолочные окна, чтобы побольше света было. Да, вот такое напольное зеркало стоит. И обращает внимание на себя вот камин. Прям на всю стену, видите, как сделан. Скорее всего, в зимний период он работает, да, потому что там сложены дрова. И там вот, видите, такая металлическая решетка. Вот здесь, да, дрова в углу. Ну, сейчас они как больше для декорации, наверное. Везде цветы в горшочках высажены. Интересно, столы накрыты. Вот такая скатерть, видите. Но это, правда, не вышито, напечатанный такой узор. Но, тем не менее, все равно создается такое ощущение. Такой болгарского ресторанчика. Вот есть столы такие круглые на троих, вот стол квадратный на четверых человек, а это вот маленькие столики для двоих. И да, все покрыто вот этой скатертью. Здесь стол с салфетками. И вот здесь вот наклеечки, которые могут посетители себе забрать. Принадлежности для коктейлей, для кофе. И вот здесь можно себе налить чай травяной. Это бесплатно все. Кто хочет, заказывает кофе, а кто хочет, вот просто запивает чай. Чаем этим. А рядом с пол я увидела... Здесь, вы знаете, вот под маркой вот это Южное море, всевозможные сувениры. Вот такие вот милые хлопчатобумажные подставочки под стаканы, под напитки. Вышиты из хлопка, так красиво сделано, и с эмблемой Южное море. А вот такие. А вот эти вот мелкие совсем маленькие закладочки. А в банках у них сложены сухие, по-моему, это розы. Засушенные цветы, да, розы. Вот кружку можно приобрести, кружки, вернее. Пахлава продается вот так упакована. Можно с собой купить. Что-то вот плетеное, сумочка какая-то. А здесь салфетки. Хлопчатобумажные, льняные, по-моему, да. Все это продается вот для туристов. Такой интересный интерьер, необычный. Там же вот видите, такой интересный рисунок. Вот этот напиток, вот так выглядит чай. Такой светло-лимонного цвета. Ну, похоже, вот чуть-чуть отдает таким травянистым вкусом, а вообще просто обыкновенная вода со льдом, ледяная вода. Прекрасный вид. Вот так открыты двери прямо настежь. Просто замечательное утро. Посетителей еще мало. Вот подали, значит, этот хот-дог. Почему-то он так называется. Интересное сочетание. Вот это темное, это карамелизированный лук. Так они его прожаривают до темного цвета. Потом идет вот такая вот сосиска, колбаска, помидоры и пюре картофельное. И все это вложено вот в такую булочку. И подают еще огурец, маринованный кусочек, и оливки. А это знаменитая болгарская банница. Из тонкого слоеного теста заворачивается улитка. И начинка там бывает разнообразная. Но вот у меня здесь, значит, мелко нарезанный бекон, лук, помидоры,
Все это посыпано сыром очень вкусным и украшено вот таким укропом. Тоже нетипично для корейских ресторанов. Вообще укроп редко встретишь в Южной Корее. Очень вкусное блюдо. Я первый раз в жизни своей попробовала, что такое болгарская кухня. Вот такой номер, друзья. Это вот вход. Очень оригинально сделан. Вот так они отделили вот эту входную прихожую зону от кухонной и от гостиной. Такой небольшой здесь коридорчик. И вот так проходим мы в гостиную, совмещенную как бы с кухней. Такая деревянная. Видите, здесь она от потолка до пола. Просто перегородочка. И вот начинается здесь кухонная зона. Вот в таких пеншионах всегда, значит, есть все приборы, кухонные принадлежности. Вот, например, чайник электрический, посуда, вот кошеварка, микроволновая печь. Очень так со вкусом украшен этот номер. Не всегда так бывает. Вот здесь бра настенные. И вот кухонная зона. Еще коврик они постелили. Заботливо. Такая маленькая мойка. Даже вот есть для сушки посуды. Такая штука. Тряпочка чистенькая. Видите, какая красивая. Средство мощное. И везде, видите, как чисто. Все отмыто. Электрическая вот такая вот плитка. Ну, как правило, здесь никто не готовит. Приезжают, если они привозят свой продукт, и обычно барбекю жарят, или вот самгипсаль вот этот на огне. Холодильник. Вот. Такая кухонная зона. Напротив вот такая яркая стена. Стол. Очень украшено ярко. Интересно так. Так вот, видите, они картинки даже вот такие повесили. Здесь вот такой кофейный столик. Как бы подносик, да? Смотрите, какая посуда. Это натуральный кофе. Я уже посмотрела до этого. Вот этот фильтр. Вот на чашку ставится вот такой вот, вот такая вот штучка. Наливаешь кипяток, и кофе туда просачивается. Можно вот в такой штуке заварить, в таком чайничке. И везде вот эти цветочки такие милые. Посмотрите. Так, если мы пройдем направо, здесь туалет. Ну, как обычно. Вот. Обычный туалет. Единственное, вот здесь вот не понравилась раковина. Она, видите, как сделана. Душ, они даже кран не стали устанавливать, а сделали вот эту лейку от душа. Ее можно перемещать. И вот такая какая-то она временная такая. Так, здесь вот сам душ. Ну и там они дают шампунь, значит, для тела. Моющие средства, все, как положено. И зеркало. Такой тоже веселый коврик из ванной, когда выходишь. И вот спальня, она спальное место тоже отделена вот такой стеной, перегородкой вернее. Очень маленькая, но очень уютная. Видите, кровать только помещается. Здесь украшена тоже симпатично, так, такая подсветка. Вот это интересная вещь. Из металла она сделана. Просто алюминиевая проволока. Ужас. А так симпатично смотрится. Это вот подогрев матрас. Если кому-то холодно. Кондиционер есть. Небольшое окно. Постель даже у них, видите, какая симпатичная. В комплекте все. Вот такое вот внутреннее
цвет внутри одеяла и такая же простынь. Здесь напротив телевизор, как всегда, и вот такой туалетный столик. Ну что у них здесь? Салфетки, полотенце. Это санитайзер. Обязательно фен, расчески. И здесь у них что еще? А, здесь, значит, каналы. Название канала. Очень понравился мне вот этот номер. Такой небольшой, но очень уютный. Красиво украшен так. Стоимость этого номера в сутки 80 тысяч вон. Он расположен прямо на побережье Южного моря. И в долларах это сколько будет? Где-то, наверное, около 70 долларов. Растения. Целый ряд, видите, с этой стороны тоже. Какая красота. А это вот какое-то деревце, что ли. Я как-то показывала в коротком ролике. Это, оказывается, капуста. Я не знала, что это капуста. Такой декоративный вид. Боже мой. Кактусы. Вот так выглядят коттеджи с обратной стороны. Вот здесь вот такой проход. И сзади коттеджи вот такие вот зоны барбекю. Такие столики деревянные. Вот стоит барбекюшница. Хозяева разжигают огонь и приносят уже вот чашу с углями. Вот. Здесь вот такой вид моря. А вот наше барбекю. И уже, как это называется, шашлык будет? Уэдим. Вот на таких решетках жарят в Корее. У нас на шампурах, а здесь вот... Вот такая вот установочка. Здесь мы вот такой стол накрыли. Ну, все по-простому, быстро. Огурцы, помидоры, хлеб, напитки и мясо будет. Может, тебе водички принести? У меня в номере осталось. А это вот две кошки хозяйские. Они уже на мясо пришли. На запах. Обычно вот в Южной Корее, если увидишь вот такую кошку дикую, они такие недотроги, убегают. А эти вот видно, что домашние. Мясо ждешь? Кс-кс-кс-кс. О, отзывается, видишь? Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Короче, а здесь автобус на самом деле именно вот идти сюда. Может, Кейси. Получается. У него прямо... Ну и потягушки у него какие. Вот это ушла. Не видно. Ой, их, оказывается, двое, друзья, посмотрите. Это верх черный, низ белый. А это наоборот. Отвернулась. Кися. 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 Скалит.